Представители межведомственной комиссии в составе рейдовых групп продолжают объезжать территорию курорта и выявлять нарушителей. Большинство арендаторов и собственников земельных участков добросовестно уничтожают сорняк. У нас происходит сейчас покос и устранение страшного растения амброзия по выданному предписанию от администрации города, которой поступила жалоба от местных жителей. Вот. Ну и мы, исполняем это предписание. К сожалению, ответственные не все. Уже составлено около 100 административных материалов при выявлении участков, где произрастает сорная растительность. Составлены административные материалы и переданы Россельхознадзор и в суд для понуждения собственников и арендаторов данных земель к устранению именно сорной растительности. Кустистые заросли амброзии и других сорняков на внушительных размерах участки почти в 100 гектаров возле семейного гипермаркета арендатора не волнуют. И предписание администрации курорта немедленно уничтожить заросли остались неуслышанными. Мы связывались с собственником, то есть с арендатором этих земель. К сожалению, как вы видите, ситуация неотвратна, не устранена. Ну что же, будем работать дальше. Нами будет сегодня подготовлено исковое заявление на арендаторов этой земель и отправлен в суд. Также параллельно направлено уже письмо на имя руководителя Новороссийского отделения Россельхознадзора. Также с этой стороны будут отработаны. Все равно мы добьемся и все равно эту злокачественную опухоль с лица нашего города, солнечного города, мы уберем. Тех, кто не выполняет требования городских властей, ждут штрафы. Не ждите, пока придет инспектор, не ждите, пока придет представитель администрации. Я очень прошу, более того, я требую собственников земель, которые на праве собственности, либо на праве аренды, наведите порядок.